До кислотного диджея все это были мечты. Мы решили, что это будет не песня, а кричалка такая народная. Мне долго ругал папа со словами, что это такое вообще. Никому спать, никому жить, и я ушла, но не с тобой. Я не хочу, а ты не должен, ты другой. Я не умею все прощать, зато любить. Знаешь, счастливый человек тот, кто, попытавшись вернуть мысленно, да, все на какую-то определенную отправную точку, вдруг понимает, что он ничего бы не менял вообще. В какой-то момент Леша Потехин сказал: «Акула». Жуков повернулся и говорит: «Ну ты с ума сошел, какая акула? Скорее всего, пушистая, добрая кошечка, какая акула?» А потом раз такой задумался на несколько секунд, повернулся и говорит: «Точно, акула шоу-бизнеса, она же ростовская». Так оно и получилось. Все поменяется, я тоже изменюсь. Я не ушла, я обязательно вернусь. Просто возьмет и поменяется сюжет. Пусть будет так, я так хочу. Я думаю, что нам, детям 90-х, вообще не о чем волноваться, потому что наши искренние и действительно душевные, пусть даже простые попсовые песни, они никогда не исчезнут из голов людей, из умов. И, наверное, ощущения, которые вызывают они, это первые отношения, первый поцелуй и много чего еще.